в Одессе всего с младшим медперсоналом, старшим медперсоналом, врачами, всего 10 800 медицинских работников. На сегодняшний день прошли вакцинацию 9200. Это больше 90%. Ни у кого побочных явлений не было выявлено. На своем примере могу рассказать, никаких побочных явлений не было выявлено. Да, может быть, какие-то побочные явления, температурные, но это возможно. Но хочу сказать, что месяц после вакцинации, разницы нету, первая или вторая, вы находитесь под наблюдением семейного врача. Если вас что-то беспокоит, волнует, обратитесь к семейному врачу.